Здорово, ребята, это Шамшурин. И для тех, кто вчера ждал вебинар «Вопрос-ответ», но так и не дождался, значит, мои извинения, у нас по техническим причинам вебинар не состоялся. Вот, мы его перенесли на вторник, 4 число, на 8 часов по Москве. У вас на ваши e-mail придет информация, которая подробно сообщит и напомнит вам о нем. То есть у нас есть ваш электронный почт, и мы туда все сообщим. Значит, еще раз, вчерашний вебинар не состоялся по тех причинам. Он перенесся на вторник, 4 число, на 8 по Москве. Увидимся во вторник, пока.